Здравствуйте, с праздником! Я очень рад, каждый раз я вернусь сюда на смотры нашей молодой мужчины, делить реальный спорт, комбатив. Это наше будущее, это наш защитник Донбасс. И вот то, что мы не забываем о детях и готовим их к нормальной, достойной взрослой жизни, это очень отрадно, несмотря на войну. И сегодняшний турнир посвящен памяти всех защитников нашей святой земли. Я хочу пожелать и ребятам, и родителям помнить, что война заканчивается. В любом случае она закончится. Но какой будет мир, это зависит от нас. И мы должны использовать любой шанс, чтобы наши дети выросли нормальными, сильными, смелыми и достойными. Вот на это я благословляю и вас, помогай вам Бог, и благословляю всех вас, ребят. А то есть победы прохан христиана, нас опротивные армян, и твое, охраняя Христос своим жительством. Бачи, Господи, люди твоя, и благослови сияние твое, победы православным христианам, да сопротивные зарунян, и твое, сохраняя Христом своим жительством. Мудрый лес Артем, тренер, преподаватель по боксу, судья республиканской категории по боксу. Сегодня мы проводим соревнования в микрорайоне Абакумова, это окраина города Донецка, это Кировский район города Донецка, который подвергается бесконечным постоянным обстрелам. Но несмотря на это, мы находим возможность проводить соревнования, мы развиваем такой вид спорта, как бокс. Наша главная цель – это показать всему миру, что дети окраины Абакумова, микрорайона Абакумова, очень талантливые, и они готовы выступать на соревнованиях не только республиканского уровня, но и мировых, и европейских, и самое главное, на Олимпийских играх. Это наша главная цель, это цель, с которой мы проводим сегодняшние наши соревнования. Отлично, спасибо, Артур.
друг другу руки пожать. Ой. That was a great boxing tournament. Don Bass Human Aid is proud to be a sponsor of this club and these kids and the great guys that are training them here in Kirovsky Rayon, a tough neighborhood in the city of Donetsk. But these kids, they learn how to be tough here. They learn competition, but they also learn good sportsmanship, comradeship. These are the kind of kids that can grow up and make a better world for everybody. Thanks to everybody that's pitched in, the Donbass Human Aid, and the Kirovsky Boxing Club. Давай!